Значит, почему мне пришлось... Я стал жертвой, я потерял 5000 рублей, я рассказывал об этом. Знаете почему? Вот это для меня, мне кажется, для 99%, ну 95%, это кажется дикостью. Дикостью, эти корневая, корни из ничего, дикостью и уже это гниющее основание, еще не садили, еще только где-то с питомника выкопали. Я вам показывал те, которые прислали Сергею, гниющие эти подвои, гниющие на 1-2-летних саженцах. Вот, все понятно. Это нормально. А теперь смотрите, что получилось. Я рассказываю как анекдот, как притчу. Уже как притчу. Вот, как Садовый Христос. Первый мой ученик. Появился интернет. Купил. Вот. Освоился. Валерий Константинович, научите. Это сейчас одновременно учится сотни тысяч. Научите. Ударили по рукам. 5000 рублей, 5 этих самых. По 2 часа 5 лекций по интернету, по скайпу. Вот. Причем я сделал так, что у него была папка с фотографиями, и у меня точно такая папка. Я говорю, фотография номер один, начинаю рассказывать. Вот так же. И перед ним такая, и передо мной такая. Вот. Через, хватило на 20 минут. 20 минут он говорит, Валерий Фасинович, я от вас такого не ожидал. Думаю, ну все, нарвался на специалиста. Я говорю, вы пошлите мне обратно мои деньги. Я говорю, а почему, что случилось, что не так? 20 минут прошло. Внимание, вы рассказываете о вещах таких, любой дурак понимает, что так оно должно быть. И где этому парню молодому, где-то 25 лет, и где, думаю, это самое, где ему невдомёк, что как раз-то вся классическая наука, она создалась такая, что не возьми любую вещь. Вот. Вроде создается учеными людьми, да? А человек про это сказал, это любой дурак знает, что так нельзя. И все, я выслал обратно 5000. Вот это я с кармана, а я их уже своими Красиво. считал. Да, считайте, их еще и не было. Высылал уже свои, другие 5000. Вот это вот, пожалуйста. Его слова застряли мне всегда. Он потребовал, он считал. А я, знаете, с чего начал? Я всегда издаля начинаю. Ходим по лесу, а у меня с фотографии. Вот. Каждое дерево взрослое имеет бугор. Каждое. Все до единого. Так. А здесь где он? Я ему показываю и альтернативу. Я говорю, вы видите, вот это. Я был уверен, что вот этот набор нелепостей, которая называется современная наука, вот эти вот, значит, уничтожить почву, уничтожить ветки, сделать штамп, уничтожить эти ветки, эти. Вот. Корни подрезать, я вам покажу. С книги корни, как же корни-то, листья, центральный корень-то не нужен. Вот, что он слышал. И человек, который, а он, оказывается, чистое сознание, абсолютно. Может, где-нибудь на риске жил еще где всю жизнь. Чистое сознание. Он не знал, что вся страна так делает, и я собрался его отучать. А отучать-то что было? Он, а всего, что надо делать, это мне хватит 2 часов. И не 128 вебинаров, а мне хватит 2 часов, и вся агротехника готова. А остальное что? А мне говорят, они имеют право. Но ты имеешь право, но не учитывая этого-то. Вот. А дальше уже пойдет подробнее. Смотрите. Железову Кольцову. Вот чем он еще не прав? Они имеют свое мнение. Мы, сибиряки, как-то не заметили абрикосов в Сочи. Смешно, поискали же. А Путин и Медведев, вы, южане, кормили только отравленными яблоками. А если бы отравили? Это же позор, настоящий позор. А почему я должен молчать, что Путин отравит? Я как тот самый попугай, который, помните, это, за свою болтливость страдал. Суп, хотели суп его сунуть. Вот. Тигру не закладывают еду, в смысле. А я должен кричать, вы что, больше не едьте туда, ведь это чертовой матери. 40 обработок, как это, в Италии. А вот это вот мое отношение. Я же пытался быть добрым, хорошим. Вот. Турсун Доскобилов. На тот момент заведующий лабораторией. Он привозил несколько ученых, молодых.
Он так хотел, он единственный знал, что у него в саду творится. Вот. А ясно, что он у него постоянно командировки были. Барнаул приехал, вот за голову схватился, говорит: «Господи, Константинович, если бы ты знал, что там творится». Он не мог говорить, он не боялся, говорит: «Давай мой телефон, я всем расскажу». А он давно на пенсии, чего им бояться-то? Так вот, очень искренне. И привозят, вот это привез Барнаула. Так. Ну, собрал косточки и исчез с концом. Вот. А он-то надеялся, что вот она и начиналась дружба.